двери Стэмфорд-Бридж сегодня здесь. Отличная футбольная атака начинает матч в следующем составе. Игроки выстроились по схеме 5-2-3. Даже не знаю, Георгий, назвать эту модель игры оборонительной или наоборот атакующей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Тимо Вернер. Как зарядил хорошо. Вот точнее, и тогда было бы опасно. А так удар очень неточный. И пошел сильно мимо ворот. Вернер. Маунт. Теряет Челси мяч. Мэтт Таргет. Итак. Двери Стэмфорд-Бридж сегодня здесь. Отличная футбольная атака начинает матч в следующем составе. Игроки выстроились по схеме 5-2-3. Даже не знаю, Георгий, назвать эту модель игры оборонительной или наоборот атакующей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Тимо Вернер. Как зарядил хорошо. Вот точнее, и тогда было бы опасно. А так удар очень неточный. И пошел сильно мимо ворот. Вернер. Маунт. Теряет Челси мяч. Мэтт Таргет. Итак. Двери Стэмфорд-Бридж сегодня здесь. Отличная футбольная атака начинает матч в следующем составе. Игроки выстроились по схеме 5-2-3. Даже не знаю, Георгий, назвать эту модель игры оборонительной или наоборот атакующей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Тимо Вернер. Как зарядил хорошо. Вот точнее, и тогда было бы опасно. А так удар очень неточный. И пошел сильно мимо ворот. Вернер. Маунт. Теряет Челси мяч. Мэтт Таргет. Итак.
двери Стэмфорд-Бридж сегодня здесь. Отличная футбольная атака начинает матч в следующем составе. Игроки выстроились по схеме 5-2-3. Даже не знаю, Георгий, назвать эту модель игры оборонительной или наоборот атакующей. Игроки на поле. Схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов.